Сьогодні рівно місяць, як я працюю начальником відділу освіти, і оскільки обирався я вже від громадськості на цю посаду, то й відповідно коригую свої дії із громадою. Але і у громади були зауваження щодо того, щодо вартості харчування по навчальним закладам. От. Я провів роботу, аналіз діяльності тендерного комітету. І зробив висновки, що ціни минулого року і вже початку цього року були завищені суттєво. Якщо їх порівнювати з цінами, нехай там не базовими оптовими або базарними, бо тут враховується і також доставка. Але в мене була дуже гарна нагода і можливість. Я розкривати зараз не буду всіх деталей, оскільки тендерні процедури зараз продовжуються, але ми обов'язково про це звітуємося. Була гарна можливість порівняти реальні ціни, які пропонувалися в цьому році учасниками тендерних торгів. Ну, я в цифрах можу назвати, якщо буде запит на це. Там, отже, мною було прийнято рішення, було знайдено суттєві порушення, незважаючи на те, що деякі працівники, деякі учасники цього тендерного комітету чинили шалений спротив моїм діям, я все ж таки здійснив. Я відмінив торги, і ми зараз працюємо над тим, щоб почалася нова процедура. І своїми діями я вже бачу, що економлю бюджетні кошти. І хочу сказати, що якщо ви хочете знати оцінки, ціни і таке все інше, то, наприклад, після того, як ми відмінили торги, нам було запропоновано до цього часу один з основних постачальників продуктів був так званий ООО «Славтрейдснаб». Мабуть, про таких чули, да? От, хто там, я не знаю. От, останній місяць, наприклад, давайте саму коштовну статтю розходів, кури, дуже показовано, тушки курей, вони возили по 37,29, кури чверть по 34,43. Після того, як я торги відмінив, в мене є навіть, не буду я оголошувати все, вони запропонували кури, тушки заморожені по 41,25, а чверть по 31,25. Тобто чверть у них до цього часу чомусь була 37,29, а тут долар подорожчав, і вони чомусь вирішили, щоб по 31,25 буде їм зручніше і комфортніше. Да? Але один з учасників запропонував ціну за чверть куриці 25 гривень. Скажіть, будь ласка, у мене навіть до питання до комітету, до депутатів, куди ви дивилися в минулому році, коли от за такими цінами дозволяли робити закупки? От ви, я чув, хочете зараз мені закинути те, що я заводжу зараз своїх постачальників, не платників податку Слов'янська. Не переживайте события, пожалуйста. Нічого, я буду випереджувати. Але тому що немає часу на те, щоб зараз розводити болтовню. От. І в мене таке питання, чому, куди дивився комітет, куди депутатський корпус, коли завищувалися, якщо провести зараз вдалий аналіз, я цього ще не робив, то тут можна знайти суттєві завищення цін. Що Славтрейдснаб, якщо він платник податку, крім того, що він платив податки, тут ще треба подивитися, скільки податків, і що входило в структуру ціни тієї, яку вони запропонували, і що вони зробили для міста. Ви зараз на мене смотрите? Мені просто цікаво, депутати. Ви можете такий запит? Ви можете такий запит зробити? Я так розумію, що случилася така ситуація, що я попросив звіт вот этот, который, на прошлой комиссии по тендерам. И это касается не только образования, это было и ЖКХ. И цель этого обращения, было именно связано не столько с ценами, я честно скажу. Я просил, а меня больше интересовало, как выполняется направление, чтобы именно тендерные закупки были направлены на местных предпринимателей. Было связано с этим. Значит, так. Отсюда, да, здесь я честно вам скажу, что не преследую, не защищаю ни названные вами фирмы. Потому что не... А честности вам не надо говорить. Я рад вашему комментарию. Пан Вадим. Значит, давайте я закончу. Да. И меня интересовало только одно, что действительно, средства распределяются... Вадимик, кому в карман Кому в карман распределяются прибыль? Прошу громадськість, коментарі. Шановні друзі, є закон про державні закупівлі, згідно якого основним критерієм...
обрання переможця згідно відкритих торгів, проведення процедури відкритих торгів, є ціна. Основний критерій – ціна. Немає такого в законі, що має бути платником податку. Але якщо ми економимо бюджетні гроші і гроші місцевого бюджету, то тут навіть не може бути мови про те. Тут мільйони, пробачте, тут мільйони. Я вас прошу теж. Я вам о тому, що то же саме, називаємо речі різними іменами, вважаємо, що ми по-разному йдемо різними путями. Ми можемо за таке. Моє мнение таке, що я взяв вашу, ну, как бы, звіт. Да. Я, ну, скажите, пожалуйста, давайте так, вот цены по урожай торгу, это тендер, ну, свежий? Нынче? Это не тендер, это договорная процедура. Это договора, которые идут при тимчасове. Ну, я имею в виду, они свежие, они заключены. Это последние. Это последние. То есть я что здесь вижу? Я не беру, у меня нет цен с Лавтрейд, то, что вы называете. Не, ось, давай, на ты вам. Ну, хорошо, поремяйте. Я беру вот этот. Дайте, пожалуйста. Здесь цены, допустим, картопля 5,40, там, цибуля 4,80, то есть я вижу, что они на 20% выше, чем, к примеру, на рынке и в рознице. И по крупам и везде есть 20%. То есть сказать, что они очень низкие, я не могу. Но я думаю, что вы сейчас ответите. Скорее всего, это связано с тем, что задержками, платежами, возможно, бюджет лучше рассчитывается. Просто я констатирую факт. Вот, допустим, я констатирую факт. Зараз будут проведены открытые торги. Давайте я закончу. Значит, дальше смотрю следующее, что у нас 5 славянских фирм, значит, участвующих в тендерах, оказали нам услугу на поставку товаров на 147 тысяч. Две краматорские фирмы у нас на 631 тысячу. Угу. Вот. То есть меня волнует как бюджетный комитет именно это, что с чем именно связано, что действительно ли там такие низкие цены в краматорске, ниже наших, что наши славянские предприниматели не могут поставлять данные классификации этих товаров, чтобы деньги и бюджетные налоги оставались в городе Славянске. Вы мне обещаете, что вы... Нет, я еще ничего не обещаю, да. Я спрашиваю как депутат, ну, просто да. Получить хочу информацию, информационно да. Для себя лично, и для комитета, и для депутатской группы. Мы уже сказали, основные критерии – цена, все. Я питание, сейчас еще раз говорю, это вы уже как бы, ну, отчитаетесь по цене. Згідно закону про державні закупівлі, цена, все. Нас не цікавить, де він платник податків, він в казну держави платить податки, да. Розумієте? Вот. Меня волнует, допустим. Мы радили, да, мы на зустріч, чтобы на побажання депутатів. Якщо воно є конструктивним, ефективним, в цілому є така можливість, ми говорили з постачальниками, щоб вони зареєструвалися як свою підприємську діяльність на території нашого міста, нашої громади. Тобто є такий варіант, розглядається. Тобто нам треба, як кажуть, я згоден, щоб працювати на громаду, на місто. От перше. А друге, ми би хотіли дуже, щоб ви зробили запит про структуру ціни і Славтрейд-Снаба, попереднього постачальника. Особливо там на м'ясо, на молоко, там колосальні. Ми говоримо про картопля. Да, за картоплю я даю відповідь. Нам запропонували декілька учасників торгів, яких ми запросили до переговорної процедури, які зобов'язуються розвозити транспортні послуги, надали всю документацію. Да, Ігор Миколаївич? Да. Ми зробили порівняльні аналізи, в тому числі Славтрейд-Снаба. Не усі можуть бути позиції, наприклад, у СНАБа більше, ніж там, наприклад, урожая або комбіната. Але тут є групи товарів, які ми не можемо розривати. Скажіть, чому ви сравнюєте постійно Славтрейд-Снабом? Я сьогодні не представляю здесь Славтрейд-Снаб, щоб не захищаю їх інтереси. Ви постійно ссилаєтесь на цю фірму, то то, що... Ну, у нас три фірми зараз. Славтрейд-Снаб, урожай. Якщо вони корупційні, да. Зробіть заявку, прокуратуру, пусть розберуть. Ми вас просимо це зробити. Значить, ми зробимо. Які, через те, що... Мене сьогодні волнує, що сьогодні діє. У нас есть органы, которые должны... Да, тем более есть контролирующие органы, и есть кому здесь контролировать. Вы должны, это ваша обязанность. Вы сегодня обязанность, какие-то претензии оказываете на меня, допустим, как на депутата, как будто я защищаю... Ні, розумієте, куди ви дивилися в минулому році, коли ціни такі завищені були, депутати, шановні. Так що давайте в цьому робити, що хотим, тому що ми не змінили в цьому. Ні, я якраз взяв під контроль, зараз я наводжу лад. Де ви в минулому році були, коли були ціни на 50-60%, картопля по 9 гривень, де депутати були? Десь були на місці. Ну так чому ж ви тоді не ініціювали прокуратуру? Ви вважаєте, що ми не маємо права, раз ми вчора... Ви маєте право. Ви маєте право, ми молодці. Я вам звітував. Ой, молодці, чудове питання. Але в мене теж до вас є питання. Я зараз роблю, виконую волю громади. У мене і перевіряючі, і контролюючі органи не вилазять. Так що я і вас запрошую. Прийдіть до мене, якщо у вас є такі повноваження. Я вам покажу кожну копійку. Значить, я сьогодні не роблю вивод. І звітуюся вам. Хорошо або плохо. Я просто спрашую вопрос у мене. Тобто у нас, я бачу по цим цінам, що вони. Не сравнивая там с какими-то предыдущими закупками.
То есть меня волнует, да, я буду на комиссии рассматривать, что я считаю, что мы можем найти предпринимателей в городе Славянске, выйти на эти же цены. Чтобы у нас налоги оставались, чтобы этот миллион гривен, я тем более это понимаю, что это буквально на полтора-два месяца. Мы закупка. Опять кур будем покупать. Есть закон. Есть закон про державные закупки. Шановний депутат. Здесь находится, почему он будет покупать по 40 Шановний депутат, буде оголошено на всі групи товаров. Да можно, комиссия поработает, в конце концов. Шановний депутат. Давайте думать о кармане. Депутат Ля, мы запрошуємо громадськість, учасників, підприємців і нашого міста також взяти участь. Ось на сайті найближчим часом буде опубліковане оголошення і відкриті торги. І виграє той, у кого найменша ціна, а не той. Все правильно. По всій відомості, що перечень фірм, які участвують в тендерах, мабуть, недостатньо поступає інформація. Можливо, можливо. Можливо. Щоб вони могли участвувати в цих тендерах. І, мабуть, зв'язано, що круг одних і тих же какой-то там картельный заговор, предложение одних и тех же цен высоких, возможно, да, да, с этим и связаны. Возможно, надо менять постановку вопроса именно раскручивание. Звичайно, тендера і так далі. Все правильно. Тобто ви мені радите роботу тендерного комітету оптимізувати, тобто я би предлагаю, щоб ця інформація була доступна, доступна, тому що, правильно. Допустим, я думаю, що сьогодні, увидів ці ціни, посмотрев цей репортаж, многі предприниматели удивляться і теж зададуть нам ті ж питання. А чому ми не участвували, чому ми об этом не знали? А то, що я шалений спротив відчував від деяких колег своїх, які в мене працюють зараз, ну, працювали в комітеті. Ви мені порадите щось з ними робити? Ну, от мої накази не виконують. Я вас не слышу, ми сьогодні... Вадим Николаевич, да. Я вас хочу, как бы... Шо? Вы как начальник отдела образования сейчас выступаете докладчиком. Так. Если вы хотите разработать мероприятия какие-то по контролю ваших подчиненных и все остальное, так вы должны сделать и доложить об этом депутатам. А добре. Не спрашивать и говорить, вас поставили для того, чтобы вы организовали эту работу и отчитались перед громадой и перед депутатским корпусом, который законодательно громаду представляет. А не задавать вопросы. Если вы... Да. Я теж хочу спитать. Леся Миколаевна. Оце Леся Миколаївна, а ви знаєте, хто це така взагалі? Знаєте? Леся Миколаївна, представтесь, будь ласка, громаді. Закон о місцевому самоуправлінні. Щоб телефон запишіть, щоб ви знали. Начальника відділу по роботі з депутатами. Я представляю закон о місцевому самоуправлінні. А чому ви предыдущого начальника завгородоння взяли? І не указували на його ім'я? Шановні присутні, вам удобно розмовляти? Депутатської комісії. Правильно, правильно. Не тільки закупок, всього можна. Чому єдиний поставщик був у нас Рева? Да. Почему у нас из года в год был один единственный поставщик? Поэтому тут как бы не будем ломать копия. Давайте. Пожалуйста, давайте сделаем аудит. Приносим независимый аудит и сделаем. Давайте, это будет давайте. Дешевле, а будет чем мы будем... А вы же оплатите. А вы со своей... Не-не-не, можно было один... Я платят с кармана те, кто допустили. Не по 14 гривен, а 10 гривен. Депутаты, которые голосовали, ваши комиссии, не там 60 завхороном, который получал откаты. Можно еще подослать. Предыдущего товарища Зубарева дело передавать в прокуратуру. И все. А то смотри, сколько денег. Рассказывать сказки. Деньги. Когда покупали картошки по 9 гривен, деньги были. Сделали депутатами. Вы уважаете людей, а не закрывайте рот. Уважаете и не указывайте, чтобы вас, что вас должен народ уважать. Вы уже не заслужили уважения. Вы не заслужили уважения после 12 апреля. И вы еще смеете требовать уважения к вам? Вот и закрываете, да. И у вас это будет ваша ответственность. Пугают они. Так он закроет. Как доходит до честности, до порядочности, для того, чтобы поступать по закону, вы сразу пугаете, мы закроем. Закрывайте. Найдется на вас и прокуратура, и все. Ну? Пугают они. Закрывайте. Вы высловились. Еще буду говорить дальше, по ходу. Я даю вам возможность подняться, представитесь и высловить свою думку. Все, что вы так, хотите. Давайте я скажу, значит... После чего, пусть он представится, кто вы. Если уважаете высловитесь... Мы знаем, вот именно, я не знаю. Он уже не представился, да. А вы сами представьтесь, кто вы такой вообще-то? Откуда вы вообще? Ну, депутат, вы депутат, ваша фамилия, место работы, кем вы работаете? Расскажите, пожалуйста. Общественно, допустим, не знаю. Мы вас не спрашиваем. А вас вообще не спрашивают. Мы вчера уже одним депутатам сказали на одной комиссии, что у вас нет никакого морального права
находиться депутатами в городе. Вы должны были уже сложить свои полномочия и провести очередные выборы. Представляешь, это журналистский корпус. Вот, пожалуйста, представьтесь. Просто вчера на там всем закрывалось, сегодня закрывается. Да, это не пресс-конференция, Леся Николаевна, вы не знаете. Так вам это неудобно, вы не спрашиваете. Меня зовут Станислав Олегович, прозвище моє чаще. Не видно, не видно. Депутат Славянської міської ради, очолюю комісію з питань науки, культури, молодіжної політики, сім'ї, фізкультури. Хорошо, ви ж не рішаєте. В предыдущі роки ви теж проводили тендер і возглавляли цей тендер. И вот больше такой вал. Вы в том году тоже решали все о закупке от тендера, да? Я не решал. Вы не решали. Ну как вы объясните, человек хочет вот очень новый заговор купить картошку дешевле, там эту морковку, все. Подождите, есть профильный комитет депутатский, который за этим надо? Вы же сейчас ему навязываете местных каких-то. Никто ничего не навязывает. Не навязывайте, он сам разберется, понимаете? И не надо заботиться. Вадим Николаевич, вам вопрос. Вы не говорите. Я вот вижу следующее, что очень болезненно воспринялся вопрос депутатского запроса о тендерах и закупках. И, видимо, с этого связано, что, дескать, кто-то навязывает какую-то фирму. Я уже вижу так по настроению, что почему-то все решили, что депутатская группа, бюджетный комитет навязывает вот именно местных в лице тех старых, кто был. Секундочку, можно я задам вопрос? Значит, скажите, пожалуйста, кто-нибудь к вам обращался из депутатов, предлагал, либо я, либо с бюджетной комиссией, либо других комиссиях с рекомендациями обратить внимание либо на эту группу поставщиков, либо на эту? Влиял на вас как-то. Мы, наверное, с вами видимся первый раз в такой вот дискуссии. Да. Значит, никаких. Давайте так. Даю відповідь, да? Все? Даю відповідь, що ніхто на мене з депутатського корпусу, ніхто на мене не тиснув і не виступав з пропозиціями у плані того, щоб лобіювати того або іншого. Леся Миколаївна мені передавала отакі от побажання звітуватися про тендерний комітет. І, здається, хто ж мені передавав привітання щодо того, що мають бути платниками податку, власне, Слов'янська. Ви мені передавали, да, мабуть, побажання депутатів? Комісія, коли організовується засідання роботи, то ми начальникам відділу говоримо о тому, яка інформація запрошується для ізучення. Да. На даний момент відділ образування є головним розпорядником бюджетних коштів. І він вирішує, як і де вони тратяться. И если данный начальник сейчас хочет предпринять какие-то меры, он может это сделать. А сейчас он должен просто информировать депутатов, как финансировалась эта сфера в 2014 году и как они планируют это делать и организовать в 2015 году. Даны все полномочия, и он может это сделать. Значит, более того, я скажу, следующее. Даже содействовать. Я даже не просил цены тендерные. А меня, в принципе, бюджетную комиссию интересовало именно потоки, направления участия иногородних фирм, больше это интересовало. А они, и то, что вы дали раскладку по ценам, это хорошо, в принципе, видно, я комиссии своей тоже покажу. Мы это... Так вот, я хочу договорить, что речь шла именно, меня лично интересовало, я почему давал, о том, чтобы именно потоки финансовые, мы говорим об этом, что мы сегодня тоже подход другой меняем и в комиссиях, и участвуем в этом процессе. И меня лично интересовало, чтобы деньги оставались здесь в городе. И в этом направлении, и если там какие-то закупки были сделаны, чтобы мы оперативно где-то вмешались, и был конструктивный диалог. А почему воспринялось так, что какая-то группа депутатов лоббирует других, и почему вот это вот все абсолютное зло, то, что предлагается, я не знаю. Если вы говорите, что, значит, на вас никто не давил, значит, цены вот вы принимаете, это ваше право, еще раз говорю. Но мое мнение такое, что могу сказать следующее. Значит, по всей видимости, вы с этим, наверное, согласитесь, что плохо доходит информация до предпринимателей, чтобы больший круг участников был в тендере. Это первое. Второе, допустим, хотелось бы знать, возможно, что, опять-таки, вернусь к тому, что вот цены, допустим, завышенные немного для меня, да, вот мы сейчас сидим, мы посмотрели, ну, вот картофель 5,40, там крупы на 20%, они выше. Может быть, есть, я знаю, что как предприниматели как смотрят, что бюджет плохо рассчитывается, возможно, закладывают инфляцию, там, по месяцу, по два, по три. Вот эти объяснения какие-то мы ждем, чтобы было понятно, что это прозрачно и так далее, почему связано. А вот сразу кричать то, что вот это было плохо, где вы были, это, я считаю, неконструктив. По поводу заявлений того, что
вы там не имеете права, это я к общественности сейчас обращаюсь, здесь находиться и так далее и тому подобное, не поверите, наверное, да, что желание у депутатов сложить полномочия у многих есть. Пожалуйста. Пожалуйста. Значит, введение... Ну, это вам кажется, пожалуйста, это ваше сугубо личное мнение. Это наша цель. Это ваша цель, да? Это и наша цель. Ну... Значит, я думаю, что скоро, по всей видимости, возможно, скоро это и произойдет, опять-таки. Но вы лично будете приветствовать. Будет ли приветствовать это другая группа города, кого? Населения? Это я не знаю. Шрепа, да? Но это мы... Давайте. Да, пан Вадим, я активно спілкуюся, я теж громадський активіст і вийшов звідти. І активно спілкуюся, і зараз продовжую спілкуватися в межах наданих мені повноважень. І тому я знаю... побажання і думку людей, і тої частини, якою ви зараз теж намагаєтеся представлятися, да? Яка вас підтримує. Я думаю, що вони всі зійдуться в тому, що бюджетні кошти витрачалися з великими зловживаннями. І мовчати про це, і не напружувати, знаєте, як кажуть, що емоційність і градус цього, ми просто не можемо, не маємо права. Коли зараз йде війна, гинуть люди. Я думаю, зараз було б більш актуально і цікаво, чим накормять наших дітей зараз, розумієте? А на все остальное есть правоохранительные органы. Поэтому давайте закроем эту черту, что вот ссылаться на потом, пусть действительно занимаются правоохранительные, а мы начинаем, как говорится, с чистого листа, нравится это кому-то, не нравится. В октябре будут выборы, и громадским деячам всем будет возможность в выборах этих поучаствовать, увидеть свои рейтинги и поддержку населения и так далее. А сегодня мы давайте работать, потому каждый будет дорабатывать свое. Зарабатывать, а... Але ви ж впливали теж на бюджетні витрати. Ви ж, як депутат. Дозвольте, я скажу, значить, те, що відбувалося. Ну, справа в тому, що питання, пов'язані з тендерами, вони завжди періодично виникають. Якщо ви пригадаєте, на початку нашої каденції такі питання також виникали. Цьому було присвячено декілька засідань комісій, сумісних комісій. Це питання розглядалось на одній з сесій, не пам'ятаю на якій саме сесії, але це питання розглядалося. Навіть кожному депутату, кожному представнику громадськості були надані порівняльні таблиці, ціни, які були, ціни, які пропонуються. І ми це аналізували і працювали для того, щоб зменшити навантаження на бюджет. В подальшому цей процес, можливо, вийшов із-під контролю депутатського, саме депутатського корпусу. Вадим Миколаївич, ви коли бесідувати будете потім? От. Зараз Вадим Миколаївич це питання піднімає. Я повністю за те, щоб навантаження на бюджет, де це можливо, зменшувалось. І ціни, якщо це можна, обиралися найменше можливі. Проте тут також слід мати на увазі, що ще існує таке поняття, як якість продукції, так? Да, картошку можна купити за 3 гривні, навіть за 2 можна купити, але хто її буде їсти? Про це також потрібно думати. Треба по 20, так, взяти? І всі будуть їсти? От. По карманах, так? Да? Тобто потрібна якась чітка... Да, ведіть себе прилично в залі засідання. Слушайте, ви деньги порядочку, а потім розказуєте, не розумієте? Закінчуйте. Давайте, так, дійсно. Пожалуйста. Я думаю, ми тут, мабуть, лишні все-таки. В даному собранні. На жаль, висновлена така пропозиція, так? Вопросы, которые я планировал, информацию, которую я хотел получить, я получил практически в полном объеме. Единственное, я так понимаю, что еще есть, наверное, если взять образование, то вы какие-то еще хоззакупки делаете, по всей видимости, там тоже участвуют какие-то тендера, или я ошибаюсь, там краску, нет, там... Нет, да, такого нет, все. Не было по сегодняшний день. То есть это связано с питанием. То есть я считаю, что в принципе... ту таблицу, которую вы, ну, сравнительную, которую вы давали с предыдущими закупками, что они на порядок ниже, это хорошо, лично меня это только радует. Я думаю, не поверят общественности этому, конечно, безусловно. Но есть куда еще над чем работать. А именно, хотелось бы, чтобы вы уделили внимание все-таки или переговорили со своими поставщиками о том, что я считаю, что налоги с миллиона гривен, практически, ну, которые еще будут закупки. Здесь их где-то порядка на 700 тысяч сейчас. Я так понимаю, что еще будут закупки у нас, еще будут... На какую вообще планируется сумма? 13 миллионов. А?
13, 13 миллионов в год, да? То есть продукты питания 13 миллионов в год. Как человек, который член бюджетной комиссии, я считаю, что если 70%, если 70% этих денег уйдет в город Краматорск, ну, я считаю, это как бы недопустимо, честно скажу. Это государство, общие деньги все. Да, но налоги будут оседать там, а сегодня мы. Поэтому я думаю, нужно изыскать возможность найти честных, как вы говорите, поставщиков, честную цену, выйти на честную цену, чтобы наши предприниматели могли поучаствовать в полном объеме в этих тендерах, победить в них и принести в нашу казну деньги с налогов. Тоді давайте для них створимо сприятливі умови. Все эти процессы будем поддерживать, и все, что необходимо депутатского корпуса, мы сделаем. Ваша задача программу предоставить, как будут участвовать и так далее. В общем-то, вот у меня все. А с приводу ціноутворення, якщо ви вважаєте, що були порушення в попередньому тендерних процедурах і так далі, потрібно створювати комісії, слідчі комісії, звертатися в правоохоронні органи і робити розслідування і приймати відповідні рішення.